Реклама. На этот раз музыкальная. Ансамбль «Девчата» широко рекламирует в нашей программе свою музыкальную продукцию. В частности, песню Олега Сорокина на стихи Александра Жигарева и Бориса Салибова «Музыкальный парад». Нелегко дожидаться удачливых дней и завидуя слушать все группы подряд. Но теперь вот кассета, все песни на ней. Мы поем, это наш музыкальный парад. Это все наши записи. А когда к ним тянется путь, так пускай чувство зависти испытает и к нам кто-нибудь. Начинаем музыкальный парад. Наши песни.